Церковь обновила свой официальный сайт Mormon and Gay. Одна из вещей, которая мне нравится на этом сайте, это то, что у людей есть надежда. На сайте mormonandgay.lds.org находятся личные истории людей, испытывающих влечение к представителям своего пола или считающих себя геями, лесбиянками или бисексуалами. Там также рассказывается об их отношениях с родными, друзьями, руководителями церкви. Если человек действительно старается, то в его жизни будет присутствовать Спаситель. У него будет надежда, счастье. Он будет жить счастливой жизнью, полной надежды. Я не знала, что будет с моей жизнью. Но я знала, что буду жить по Евангелию. Я знала, что Бог будет на моей стороне, и что Он поможет мне проживать все то, что мне предстоит испытать. Мне нужно принять тот факт, что это будет сложно в любом случае, и просто позволить Господу направлять нас. Нужно осознать, что у нас нет ответов на все вопросы, и, возможно, их не будет в этой жизни. И значит, нам нужно применять то, что мы знаем. Это то, что мы любим нашего сына, и мы знаем, что Небесный Отец любит Энди. Мы хотим, чтобы вы знали, мы любим вас. Мы принимаем вас. Мы хотим, чтобы вы были частью наших собраний. Вы обладаете талантами и способностями, которыми можете созидать Царство Божье на земле. И мы ценим то многое, что вы делаете.